Добрый день. Вот такие трамвайчики. Движение там. Держитесь за поручни. Вот так он выглядит изнутри. Я уже показывал. Добрый день. Сегодня мы гуляем в парке Останкин. Это такой-то мемориал. Там у нас сзади усадьба. Останкино тут историческое место. Сначала владел дьяк Щелкалов. Там это при Иване Грозном. Потом перешло это к князю Ивану Черкасскому. И его дочь Варвара вышла из Петра Шереметьева. С тех пор это владение до революции 1917 года владели Шереметьево. Построили храм Святой Троицы. Там все пока на реставрации. Я ранее фильм уже снимал. Еще не закончили реставрацию. Поэтому просто посмотрим парк. В усадьбе единственный сохранившийся театр того времени. В усадьбе Шереметьево. В Останкино. Останкинский театр. 17-18 век. Вот. Очень в Останкино. Вот это прудик, здесь лодочная станция. Ну там вот за поворотом. Ну сейчас уже она в октябре не работает. Кормят уток. Вода относительно чистая, дно видно. Вон лодки там лежат, кверху дном. Ну, к зиме подготовились. В Москве уже заморозки были. Там. Тут кафе в таком стиле. Там вот ВДНХ виднеется.
Вот жена подсказала, что это за растение. Я... кроме папоротника ничего не знаю. Везде освещение проведено, лавочки стоят, вот к зиме кормушки повесили, они помои не снимали, может так помыли. Еще тепло, ну ночью бывают заморозки, так. Шереметьев впустил в Москве первую трамвайную линию. Конку туда от своего Останкино. Ну, туда то ли до Трубной площади. То ли. Ну, первая линия была. Тут детская площадка. Смотрели сейчас Белочку. Я там не стал говорить, чтобы не спугнуть. Белочки здесь бегают. Это тут конюшня, ипподром. Листва опала частично. Ну что, тепло. Ну, 15 градусов в Москве. Вот место, где готовят шашлыки. Специально отведенное. Я просто не с тем смартфоном вышел. Не умею приближаться. Ну, здесь как общественная столовая получается. Вон мангалы стоят. Но в других местах за это могут оштрафовать. Не разрешают. Она и зеленые утки появились. Рыжие.
Капитан, спасибо за прогулку со мной. До следующих встреч. А это мемориал, я вспомнил. Раньше, в советское время, парк этот назывался имени Дзержинского. Значит, тут каким-то чекистам посвященным.